30 марта в Кызылском колледже искусств за звание «Лучший» будут бороться исполнители на духовых и ударных инструментах в номинациях «Сольное исполнение» и «Ансамбли» в рамках конкурса «Радуга искусств». Он стал успешным проектом, потому как ежегодно для участия в этом конкурсе приезжают талантливые школьники практически со всех уголков республики. По его итогам присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи республики в рамках реализации приоритетного национального проекта образования.